Всем привет! Нам потребуется ветчина, сливочный сыр. Перемешиваем. Приготовленную начинку выкладываем в тарталетки. Добавляем кружочки свежего огурчика. По центру размещаем консервированную кукурузу. Украшаем любой зеленью. У меня петрушка. Посыпаем семенами черного кунжута. И наша закуска готова. Получается интересная, вкусная цветочная полянка. С начинками можно экспериментировать. Как видите, готовится все очень быстро, легко и просто. А смотрится оригинально, ярко и по-праздничному. Кому понравилась идея, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. Всем удачи!